Закрывай. Вот так? Нет, нормально закрой. Ну, вон, мальчик, гвоздик возьми. Сэм, ты можешь не тянуть? Нет, не хлопай, жильцы там. О, да. О. Под нами закрылась дверь, и мы оказались на крыше расселенного дома. Волшебное место. Смотрите, паутина проводов просто. Все это деревянные конструкции. Этот дом не хрущевка, но он тоже расселен. И поэтому сейчас мы посмотрим, как здесь выглядят квартиры. Я думаю, будет очень симпатично. Мы почти зашли. Всего две квартиры на этаже. Этаж уже представляет из себя жалкое зрелище. Все протекает. Целая лужа воды огромная. На удивление, запах, в принципе, неплохой. Квартира обесточена. Сейчас посмотрим, есть ли среди них открытые. Всего 5 этажей. Посмотрим, тепло. Тепла уже нет. На первом нас встречает картина. Есть несколько открытых квартир. Сейчас мы сюда заглянем. Одна из квартир была открыта нараспашку. И мы оказываемся в коммуналке. Большой коридор и различные комнаты. Высокие потолки здесь. В одной из комнат, судя по литературе, жили медики. Студенты медицинского университета. Симпатичное зеркало дает классное отражение. Следующая комната закрыта. Нарушать мы ее не будем. Заплесневелые огурцы, видимо, кому-то из дома привозили родители. И тоже все вывезено, все имущество. Делать нечего. Эта комната тоже закрыта. Потолки высокие, поэтому, чтобы залезть на антресоли, необходима была стремяночка, которая здесь и представлена. Красивая ванна. У каждого, наверное, была своя полочка. Кухня. Кухня больше, чем в хрущевках. Достаточно такая полногабаритная. Можно было наблюдать за омовением ванной, но все завешено иконами. Смотрим воду. Вода еле капает. В общем, так. То есть и такие дома идут под реновацию. Еще одна квартира, ребята, тоже была открыта. Тоже коммуналка. Кому досталось это все в наследство, конечно, имели хорошие деньги, потому что все покомнатно сдавалось. Здесь присутствуют старые советские предметы, их достаточно много. Да-да-да. Та комната вообще классная. Угу. Здесь просто, может быть, даже жил хозяин квартиры или хозяйка, потому что атмосфера такая ламповая и минималистичная. Самый главный атрибут — это ковер. Стены все уже отсырели, но тем не менее, все это очень-очень-очень красиво. Вот эти. Самая большая комната. Ну, здесь навалено много хлама, конечно, но тем не менее. Есть выход на небольшой балкончик, из которого видны и новостройки, и соседние домишки, в том числе расселяемые. В хламе, конечно, мы копаться не будем, но есть здесь рюкзаки, какие-то банки, какие-то предметы, книга «Семья, дети» и тому подобное. И холодильник ЗИЛ, ребята. Но в ЗИЛ мы заглянем. Вот это качественная вещь. Качественный, хороший холодильник.
Видимо, он здесь хранил, служил хранилищем, потому что даже не пахнет от него продуктами. На окне красивая пепельница самодельная. Отличная комната. Просторная ванна со стиральной машиной и в ванной батарея. Вместо полотенцесушителя, очевидно. Туалет, все понятно. В коридоре тоже небольшой шкафчик с часами Слава. Завод Слава тоже застроенный уже. И, наконец, кухонька осталась. Здесь у нас Садко. Здесь у нас диски, шоколад. Тоже холодильник ЗИЛ. Явно ценилось качество продукции этой в данной квартире. Кухня так средних размеров. Ни много, ни мало. Ну и последняя открытая квартира в этом доме. Все остальное у нас заперто. Начнем с большой комнаты. Какие вещи остались, но вся основа уже, конечно, вывезена. Остались магниты сочинские, армянские и таджикистанские. И по мелочам. Что у нас здесь? Комната осталась что-то или нет? Здесь куча всего влияет. Здесь у нас, в отличие от предыдущих квартир, все открыто. Все комнаты. Ну, особо уже ничего интересного, конечно, нет. Особенно по сравнению с тем, что мы с вами увидели раньше. Тоже жили разные жильцы. У кого-то даже тамбур своеобразный такой в комнате присутствовал. Одна комната все-таки закрыта. Туалет, умывальник мы пропустим. Здесь тоже все на своих местах. Вплоть до мультиварки. Но она какая-то повидавшая виды, конечно. Ни одной книги нет. То ли люди не читали, то ли они их предусмотрительно вывезли. Одна из комнат просто представляет груду вещей. Конкретная свалка. Даже до окон не добраться. Ну, я не знаю даже. В принципе, тут ковыряться мы не будем. Ну, так, если посмотреть, вещей очень много. С крыши дома, откуда мы начинали свой путь, уже видны вовсю новостройки. Они прям поддавливают. Но скоро никаких напоминаний даже не останется о том, что мы видели сейчас. Так дом выглядит снаружи. Мы его покидаем благополучно. И желаем ему, конечно, чтобы его не снесли, а хотя бы отреставрировали. Потому что квартиры здесь шикарные. Даже несмотря на то, что большая их часть сдавалась квартирантам.